Шестеро осужденных учреждения АК-159-5 поселка Караган начали голодовку в начале июля. По словам родных, осужденные жаловались им по телефону на жестокое обращение со стороны сотрудников АК-159-5. Однако доказать факты издевательств заключенные якобы не могут. Несколько раз муж звонил и просил написать прокурору, говорил, что его жестоко избивают. А в начале июля он вместе с остальными объявил голодовку. А недавно мы узнали, что он воткнул себе в живот какой-то металлический предмет и попал в больницу, рассказала супруга осужденного Максата Жалгазбаева. Аналогичные жалобы высказали и родственники других заключенных. Они заявили, что хотят инициировать тщательное расследование в учреждении и желают, чтобы их родных перевели в колонии поближе к дому. В департаменте уголовно-исполнительной системы Карагандинской области опровергли информацию о пытках и сообщили, что в настоящее время часть заключенных уже принимает пищу. За их состоянием следят медработники. 5 июля шестеро осужденных объявили отказ от приема пищи. Причиной стало то, что в отношении них прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 «Организация группового неповиновения законным требованиям администрации учреждения», которое было направлено в суд. В период отказа от пищи один из осужденных действительно нанес себе телесные повреждения в области брюшной полости. С 19 июля ряд осужденных уже начали принимать пищу. В настоящее время их состояние удовлетворительное. Осужденные находились и продолжают быть под пристальным наблюдением медиков. Также в ведомстве подчеркнули, что 24 июля учреждение посетили члены общественной наблюдательной комиссии. Они провели опросы и беседы с заключенными, в том числе и о вреде длительного отказа от приема пищи. В конце июля министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев пообещал проверить колонии Казахстана. Позже заместитель главы МВД Рустам Гани Запаров отправился в учреждение уголовно-исполнительной системы Нур-Султана ЕЦ-166-5 и Акмалинской области ЕЦ-166-18, ЕЦ-166-25. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал. Жмем на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока.